Несмотря на режим тишины, ситуация в Донбассе остается в целом непростой. Украинские силовики продолжают обстрелы на отдельных участках линии соприкосновения. Наиболее мощные удары накрыли в ночь на пятницу Донецк, Авдеевку, Марьинку и Макеевку. Снаряды попадали в жилые дома, шахты и заводы. В Донецке бушевали пожары. Из-за повреждений перекрыта трасса Донецк-Макеевка. Действиям украинских силовиков не может быть никакого оправдания, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Этому варварскому налету нет никакого оправдания. Своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, но и вообще, в принципе, все нормы морали. Бомбить спящий город, уничтожать ни в чем не повинных людей могут лишь вандалы.